специально для Глич. Цепь, ты что будешь кольцами одевать сюда? Напоминаю, мы продолжаем крафтить вывеску. Время подумать о креплении. Она будет висеть на улице, и нужно прикинуть, каким образом это можно реализовать. В этом нам помог Андрюха из соседней мастерской. Отдельное спасибо ему за это. Он с легкостью забацал нам целую конструкцию, на которой и будет подвешена вывеска. Мастерская может очень много рассказать о своем хозяине. Фактически, это его лицо, на котором написано, чем он занимается и с каким материалом имеет дело. Ну, например, Андрюха явно по металлу. Рама с деревом. Ну, а я на арте. Любопытно, не правда ли? Действительно, раньше для меня это было не так заметно, как сейчас. Потом еще подрежем. Подрезать, вот она как раз вровень встает с этим, вот эти... цепочки уже. Тогда давай, значит, одну сторону. Если мы можем сейчас его подвесить, она стечет, это будет жопа полностью. Да. Стечет полностью. Да. Покрытие лаком этого изделия даже не обсуждается. Все-таки это улица, и условия там могут быть разные. Так что лачим по-любому. О, выглядит намного сочнее. Подвешивать сразу не стали, потому что в таком положении свежий лак дал бы нехилые подтеки. Он сейчас клеем зальет, но мы его можем вытереть. Нет уж. Нет уж? Давай-ка и понемногу. Аккуратно. Вот этого достаточно. Нет. Недостаточно. Блять, оно не треснуло? Треснет, пизда ей. Я сожгу нахуй тут прямо, блядь. В процессе выплыл небольшой косячок. Из-за комбинации обожженной деревяшки и лака вырезанные светлые части заметно потемнели, поэтому реанимирую их с помощью красочки. Контраст здесь очень важен. Но вы врубаетесь, да, что это не за один день было сделано, и проект оказался довольно трудоемким. Ну чё, пацаны, сами скрафтили, сами вешайте. Да я бы и сам повесил, но иногда... Иногда, будучи Никосом Сафроном, труднее, чем вот простому человеку. На самом деле, Рамычу огромный респект. Хер бы так круто получилось, если бы не он. Ну, раз мы в тату-салоне, грех не подзабиться. А это, кстати, Леха. Изначально это была его идея с вывеской. Так-то он администратор в Wingsoul, но с недавних пор и сам начал бить. А, так как там, Партак за бревно? Ну, давай. Пока сидишь на сеансе, успеваешь рассмотреть все вокруг себя. И это, кстати, очень здорово, когда студия наполнена деталями. Так что и этот проект мы благополучно хлопнули. Я вот что подумал. На мой взгляд, не важно, сколько времени идея остается в разработке. Самое главное, чтобы она рано или поздно была реализована. Давненько я не разыгрывал ничего. Нужно немедленно исправить ситуацию. От сердца отрываю одну из моих стареньких работ. Когда я еще занимался тряпками, этот арт являлся одним из принтов в линейке, так что эта работа довольно значима для меня. Условия конкурса в описании. Репостик там, ну, классика. А если хотите что-нибудь конкретное, то пишите в группу, обсудим. Также напоминаю про инстаграмчик. Видосы выходят не так часто, как хотелось бы, а в инсте почти каждый день что-нибудь новенькое. Вы уже все в курсе, что 23 июня мы участвуем в фестивале Глич. Разве нет?
Кстати, это отличный вариант всем нам встретиться и затусить вместе. В описании также имеется вся информация по этому случаю. Давайте, не теряйтесь.